Здравствуй, проходи. Заходите скорее. Привет, тетушка. Спасибо. Поздравляю. Асия настояла, вот я и решил заглянуть и посмотреть. И правильно. А это десерт. Ну, зачем ты беспокоился? О чем речь? А где Мимо? Спит. А вы как раз вовремя. Я заварила чай и принесла пирог. Садитесь. Нет, я ненадолго. Я просто хотел узнать, может быть, что-нибудь нужно. Начал вести себя как гость. Джимшит, посмотри на этот магазин. Я таким его буду открывать. У меня в голове есть пара идей. Предлагаю перенести эту стену немного назад. А здесь сделаем нормальный прилавок. Нужно провести уборку и покраску. У нас масса дел. Ну скажи мне, ну что тебе делать в имении? Вместо того, чтобы возиться с рыбой, лучше оставайся. Помоги нам. Конечно, нужно найти столяра. Мы в этом ничего не понимаем. Мы не разбираемся в столярных делах. Мы по глупости можем заплатить столько, сколько нам скажут. Нехорошо. Со временем научитесь. В торговле главное не зевать. Нужно смотреть в оба. Ну ладно, у меня есть знакомый столяр. Поеду найду его. Он работает на совесть. Пусть приедет, посмотрит, снимет мерки и поскорее начнет. Хорошо, я поеду с тобой. Мне нужно купить ведро и метлу. Мы с тетей Мариман займемся уборкой. Уборкой? Кто убирает в присутствии детей? Он здесь задохнется в пыли. Я сейчас привезу столяра, а потом пойду погулять с Мимо. Покормлю его. Спасибо тебе большое. Хорошо. Тогда идите скорее. Малыш уже проснется, когда вы вернетесь. Стойте, вы еще не выпили чаю. Еще успеется. Главное поскорее начать. Заодно купим наждак с лаком. Такие полы не пойдут. Нет, я не хочу тратить большие деньги. Мне еще нужно купить товар. Я все это сам могу сделать. Это несложно. Так нельзя. Пол в ужасном состоянии. Ну все, до встречи, Марьяман. До свидания. Напряженность спала. А то бедняга в отчаянии. Бедный Джамшит. Алло, Салиха, как дела? Хорошо, вы открыли магазин, а мне не сказали. Вот до чего дошло. Я уже от других это узнаю. Дочка, ты же знаешь, вы в ссоре. Вам пора мириться. Слушай, покупай конфеты и приезжай. Асия будет рада видеть тебя. Она смягчится. Тебе ли не знать, Асия? Ладно, я приеду, но ты ничего не говори ей. Мне другое интересно. Что там с разводом? Все кончено? Да. Они развелись. Ну и хорошо. Тогда я приеду завтра утром. Скажи мне адрес магазина. Адрес очень легкий. Записывай. Хорошо. Я записала. Тогда увидимся завтра утром. Только ничего не говоря Сие. Ну все, пока. Алло, Ильяс. Я узнала адрес. Надеюсь, на этот раз ты не разочаруешь меня. Я делаю это только ради Мимо, запомни. А я называю это настоящей дружбой, Салиха. Ты просто чудо. Диктуй. Да, я знаю. Все, я понял. Хорошо, классно. Я совсем недалеко оттуда. Все будет классно. На этот раз я все сделаю правильно. Вот увидишь. Галиб, сними мерки и подсчитай сумму. А потом позвони мне из магазина. Только дамы-новички в торговле, выставляя счет, учитывая это. Хорошо, я сделаю скидку. И нам нужно побыстрее. Хорошо, я сокращу сроки, не волнуйся. Будешь кататься на лошадке? Давай. Через час его нужно накормить фруктовым пюре. Ни в коем случае не забудь. А если забуду? Поздравляю, ты успел обзавестись ребенком. Желаю ему здоровья. Спасибо. Благодарю. Асия, он готов? Готов. Тогда пошли. Я позвоню через пару часов. Всего доброго. Спасибо, пока. До связи. Ты взволнован, Мимо? Мы с тобой поставим весь город на уши. Не торопитесь, гуляйте вдоволь. Сыночек? Как дела? Ты куда собрался? А ну-ка, иди ко мне. Опа! Куда вы собрались отвезти его? Мы с тетей Мариман собрались убирать. А Джамшит хотел прогуляться с Мехметом, чтобы он не дышал пылью. Нет, пусть не беспокоится. Его папа пришел, и он погуляет с сыном.
Правда, сынишка? У вас состоялся сегодня суд? Вы развелись? Да. Этим утром мы развелись. Отлично. В чем дело, Ильяс? Что ты здесь делаешь? У тебя не сегодня день свидания с Мехметом. Асия, это тебе. Спасибо, но если ты собираешься видеться с ним вне графика, то ты обязан предупреждать меня заранее. Перестань, я не видел сына целую неделю. Избавь меня от этой бюрократии. Невероятно. Правда, сынок? К тому же я пришел не за этим. Асия, давай выйдем. Прошу тебя, нам нужно поговорить. Ильяс, ты видишь, что здесь творится? Я налаживаю свое дело. Мне нужно поскорее открыть магазин и зарабатывать деньги. Делаю все, что нужно. До утра будут работать, убирать. Подготовим магазин. А завтра уже откроем. Идем, милая. Ильяс, послушай, не приходи сюда больше. Мне не нужны дополнительные проблемы. Это мой последний шанс. Я должна трудиться, зарабатывать деньги и каким-то образом выплатить папе долг. Поэтому мы с тобой установим некоторые правила, ясно? По-человечески. Хорошо, Асия, я понял. В таком случае я скажу при всех. С меня взятки гладкие. Ничего не поделать. Ты выйдешь за меня замуж? Сынок, постой. Что ты делаешь? Отдай кольцо. Ты хочешь вручить его маме? Верно, верно. Ты больше всех заинтересован в этом. Так отдай его маме. Пусть наденет на палец. Асия, родная моя, занимайся делами, открывай магазин. Делай, что пожелаешь. Но давай снимем тебе дом и как можно быстрее поженимся. Ну, хватит уже. Ильяс, ты как снег на голову упал. Мы даже до сих пор не знаем друг друга как следует. До сих пор. Может, это покажется тебе глупостью, но мне нужно время, чтобы снова начать доверять тебе. Ведь произошло столько событий. Ильяс, я не знаю. Тетя. Пойми. Полчаса. Я должен объясниться с Асия. Идем, Асия. Идем, нам нужно поговорить. Ты должна выслушать меня, Асия. Я знаю, я уже давно должен был завести этот разговор, но мы сейчас поговорим. И никаких возражений. Пошли. Я отвезу тебя в одно восхитительное место. А потом обещаю, через полчаса привезу тебя обратно. Сделаю все, что пожелаешь. Я решу все твои проблемы и дела. В этом мире ничего так и не изобрели, чтобы противостоять силам любви. И когда только они поумнеют. Непонятно. До свидания, Мариман.